Районный слет юных друзей полиции уже четвертый год подряд открывает целую череду событий, в которых участвуют те, кто еще на школьной скамье решил примерить полицейскую форму и почувствовать себя в роли правоохранителя. Созданы эти отряды, для того, чтобы проводилась профилактическая работа по безнадзорности и совершению несовершеннолетними преступлений. Для того, чтобы несовершеннолетние были задействованы. У меня просто папа работает в полиции, я решила пойти по его стопам. Ну и еще интересно стало, как там, что, вот, решил попробовать. В районе существует 25 отрядов, почти в каждой школе, говорят организаторы слета. Ребята со всей серьезностью относятся к возложенным на них обязанностям. К соревнованиям готовились задолго до сегодняшнего дня. Выбирали форму, сочиняли девиз, отрабатывали четкий строевой шаг. Дизайн эмблемы также разрабатывали всей команды. Щит, меч, булава, шлем. Наша команда ассоциируется, вот «Витязи», ассоциируется с героями на Руси. В маршрутном листе каждого отряда как теоретические, так и практические задания. Их выполнение оценивает строгое жюри во главе с майором полиции. Какой же юный друг правоохранителей без хорошей физической подготовки? Командная эстафета, пожалуй, самый веселый конкурсный этап. Ну, а вдоволь набегавшись, можно приступать и к решению тестов. Проверка правовых знаний и навыков оказания первой медицинской помощи – обязательная часть программы. Над вопросами пришлось подумать основательно, говорят участники, но победа того стоит. Ведь именно этот слет определит команду, которая представит район на зональном этапе соревнований. Максим Мельников, Валентина Титова, Никита Рощин, Марианна Быстрова, КРТВ.